Это iTrist TV, я Валерий Прушинский, и сегодня мы поговорим о том, что будет, если автомобиль проектировать как телефон-слайдер. Недавно Hyundai Motor подала патентную заявку на машину-слайдер. Что предложили изобретатели? Узнаем из их патентов. В описании патентной заявки говорится, что современные машины предоставляют человеку только функции транспорта, в то время как многие водители выезжают на машине на отдых. Однако в автомобилях недостаточно места для отдыха. Именно поэтому в кемпингах люди пользуются палатками. Как быть? Кстати, на этом месте вы можете остановить это видео, подумать, что бы предложили вы, а потом досмотреть это видео, чтобы увидеть, что же предложили изобретатели. А изобретатели предложили расширить пространство машины, выдвигая пол автомобиля. Представьте себе, вы выехали на природу на своем джипе, остановили его в месте отдыха, открыли заднюю дверь, а потом легким нажатием кнопки выдвинули из платформы автомобиля часть пола, устроив пространство для пикника на свежем воздухе. Однако появляется другая проблема. Если выдвинуть пол слишком далеко, он может прогнуться. Как быть? Изобретатели решили, что вместе с выдвижным полом могут выдвигаться специальные небольшие колеса, поддерживающие дальнюю часть пола, предотвращая ее изгиб. Как вы видите на этом рисунке, в сложенном состоянии поддерживающие колеса на специальной опоре поворачиваются и находятся внутри корпуса машины, не мешая ее движению. А когда пол машины раскладывается, выдвигаясь наружу, поддерживающие колеса на опоре разворачиваются и раскладываются, упираясь в поверхность земли и позволяя людям без боязни располагаться на выдвинутой платформе. Согласно описанию изобретения, выдвижная часть пола автомобиля может использоваться как на стоянке, так и во время движения, позволяя транспортировать больше вещей к месту отдыха. И, наконец, на этих рисунках изобретатели описали, что задняя часть кузова может выдвигаться вместе с полом и откидываться назад, еще немного расширяя пространство для пикника. С моей точки зрения, последний раз изобретатели повысили динамичность салона машины лет 20 назад, когда сиденья джипов и минивэнов стали складываться в пол салона, позволяя владельцам при необходимости расширять внутреннее пространство и использовать его для перевозки вещей. А теперь изобретатели пытаются еще больше увеличить динамичность внутреннего пространства, выдвигая наружу часть пола. Не забудьте, что пока это только патентная заявка. Подождем, посмотрим, как изобретатели воплотят эту концепцию в реальной машине и будут ли эти машины похожи на телефоны-слайдеры. Спасибо, что изучаете Трис с iTrist TV. Если вам нравится наше видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ведь когда вы подписываетесь на iTrist TV, вы решаете по крайней мере одну проблему. До следующего видео!